друзья, привет! Ну что, друзья, привет! Вы находитесь на канале «Жизнь с нуля». С вами автор и ведущий Вячеслав. Какое-то время не будет экстренных видео, значит, на скорую руку с обычным монтажом. Будет видео снято через фотоаппарат. Вот, я сейчас нахожусь на участке. Хочу показать вам, какие тут изменения. И в ближайшее время на этот участок я буду перевозить часть своих материалов, которые остаются после разборки моих хозпостроек. Значит, вот это сосед мой, который держит баранов. Вот он. Здесь у нас была балочка. Вот он сделал обводную канаву этой балочки. Вот. И вот частью земли выровнял свои неровности. Вот. Вот с этого места, чуть-чуть подальше, где собака, вот здесь вот, значит, начинается граница моего участка. И вон там в углу, возле того сарая его большого, где он держит овец зимой. Вот следующий мой колышек, а вон еще один колышек. Вот, то есть вот эта часть тоже у меня низина. Сюда я могу свозить все свои остатки после откопки котлована. Вот сейчас вот эта балка, получается, отведена уже в сторону. Если тут вдруг соберется большое количество воды, то, соответственно, значит, я буду подальше уже от нее. Вот. И вот в этой части, в этой вот котлован, вот этот котлован, который здесь образовался, естественно, можно свозить большое количество остатков земли. Значит, я планирую, то есть вот эта часть, где сено, значит, здесь получается граница участка. Сейчас я встану так, чтобы солнце не светило. Вот, вот где-то вот от того угла, так вот и вот так, это участок. Вот здесь я, наверное, скорее всего и откопаю. Где-то вот на этом месте. 4 на 4 небольшой котлован вот здесь с выходом. Землю туда свезу. Вот. И, скорее всего, где-то надо будет откопать яму под туалет. Вот. И надо будет сюда начинать свозить те стройматериалы, которые у меня есть. Значит, соответственно, значит, это надо будет делать уже в ближайшее время, пока у меня есть доступ к экскаватору. Ну и, наверное, начнем вместе с вами проект «Землянка». Пора. Все, уже не терпится этим заняться. Так что в ближайшее время, я думаю, я договорюсь на работе с экскаватором. И мы все с вами запустим. Будем снимать, как все начинается с нуля, с полного нуля. Всех рад был вас увидеть. Всем до следующего видео. Всем пока. У меня садится батарея. Я буду краток. Вот это речка наша. Вот она вот так идет. Она в 500 метрах от моего участка. И вот в этих местах она вот так позаросла камышом. Есть кое-где вот такие вот интересные прогалины. Видите, кони там пасутся на той стороне. Там у них тоже прочищено все от камыша. Там маленький балаганчик вон пастухов. Наши тут местные кони. Вот. И вот есть вот такие прогалинки. Видите? И здесь, возможно, есть рыба. Вот такая вот степная река возле посадки. Берега у нас тут невысокие. Вот. И вот такие водоемы. Интересно, водится здесь рыба или нет? Заплывает она сюда или нет? Вот. И я сейчас постараюсь подойти вон к той воде как можно ближе. Это более расчищенное место. Это недалеко, может быть, километре двух от моего участка. Вот сегодня на своем велосипеде я сейчас
рассматриваю окрестности. Вот тот жилой комплекс за рекой, вот этот вот, где я работал, где нас кинули на деньги, из-за которых сейчас мы судимся. Вот, может быть, когда-то вот это все застроится, и вон там будет массив, и мы будем жить в черте города, вот в таких живописных местах. Ну, сейчас посмотрим, что здесь еще есть. Вот, я впервые здесь, в этих местах, хотя это находится недалеко от меня. Пообщался я сейчас с Александром, моим соседом, который водит баранов. Сейчас я доеду до большой воды и заодно посмотрю, как здесь сейчас стоят дела с экологией. Ну, в общем-то, здесь мусора почти нет нигде. Места дикие, живописные. Вот. Посмотрим, где можно выпасать гусей на будущее.